придавая большое значение развитию международных экономических и культурных связей между главами Полевского и города Канавия Республики Кипр, было заключено соглашение о сотрудничестве. Стороны в пределах своей компетенции на основе равенства и партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Кипр будут способствовать развитию и расширению двустороннего экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества, созданию условий для заключения прямых контактов между хозяйствующими субъектами всех форм собственности в пределах их компетенции. Еще в прошлом году Полевской в числе 5 других муниципалитетов области заявил о готовности установить побратимские связи с одним из городов Республики Кипр. Мы сегодня подписали договор, и я искренне верю, что вот эти связи, которые налаживаются между нами и Республикой Кипр, сегодня с нашим городом побратимом Канавия, они дадут новый толчок не только социально-экономическим каким-то проектом, но и толчок в духовном сближении нас с народом Кипра. Глава Канавии Ксинакис Ксенофонта со своей стороны рассказал об истории Республики Кипр. На сегодняшний день у Полевского уже 3 побратима – чешский город Клатовы, белорусский Полоцк и Канавия. Свою причастность к историческому моменту подписания соглашения о побратимстве выразили генеральный консул Республики Кипр в Екатеринбурге Георгиас Калингас и управляющий западным управленческим округом Виталий Вольф. Полевской на этой географической карте Свердловской области достаточно уникальный город, он инвестиционно привлекательный. Ни одна уже иностранная компания работает здесь, именно в Полевском. Интерес проявляется к природным ресурсам, потенциалу экономическому. Интерес проявляется к истории края. Именно здесь свои произведения писал Павел Петрович Бажов. И это тоже не случайно. Традиции тысячелетние. Мы их развиваем и поддерживаем. И для нас очень важно, уважаемый господин мэр, что христиане всего мира поддерживают вот эту связь времен. Я очень рад, что сегодня в городе Полевского появился еще один друг. Это возможность сотрудничать, это возможность развиваться. Поэтому понимаю, что от этого будет и вам, и нам хорошо. После подписания соглашения глава Полевского городского округа Александр Ковалев вручил гостям картину с русским пейзажем, а начальник управления образованием Ольга Уфимцева подарила членам делегации подушки-думки, чтобы новоиспеченные братья чаще вспоминали о Полевском. Алина Меньшина, Алексей Корепанов, новости «Твой день».